Немного магии. Один из моих любимых захватов в закрытом гарде за руку — это вот этот Pocket Grip в локтевом сгибе. Это очень уверенный захват, и можно тянуть. Да, его сложно сорвать. Подергай, сорви. Ну, рви, рви. Да, отсюда я легко выхожу на хип-бамп, если он его рвет. Видим, да? Сорвать этот захват действительно сложно. Сделать с ним что-либо, там, какую-либо технику, вот он, обрычаг локтя. Я никуда не деваю, ничего не тяну. Я держу просто этот захват. Рычаг локтя. Сейчас мы, собственно, и сделаем рычаг локтя. Что я буду делать? Я буду вставать с этим движением и переносить свой таз через его бедро. Вот сюда. Очень просто. Сюда встал, перенес свой таз через бедро. Это, в принципе, то же самое движение, которое я люблю использовать на, в ответ на говнопроходы закрытого гарда. Знаете, вот этот все на сорёвах кричать: «Ставь ему жопу, колено под жопу, колено под жопу». Да, вот эта вот штука. О, очень рабочее говно. Никогда не советую своим ребятам ставить колено под жопу, потому что это... Поставь, как вот обычно делал. Да. Не знаю. Во, во-первых, я заехал на него, его фигня перестает работать. Ну или, да, он ставит мне колено под таз, я ручку сюда, он падает. У него выбора нет. Та же история здесь. Я встал и перенес свой таз. У меня остается контроль его руки. О-тю-тю-тю-тю. Рычаг локтя. Для тех, кто любит делать рычаг локтя через кокосики, тоже пойдет. А? Я люблю здесь. Прости, пожалуйста, дорогой. Чуть-чуть осталось, назад. Раз. Ом. Здесь. Если вы думаете, что это работает только с Назаром. Алексей, иди сюда. Сколько ты весишь? 125. Прекрасно. Должно закрутить получше. Ой, ёпта. Сейчас, погоди. Все то же самое. Раз. Перенес таз. Мы здесь. Очень простое движение. Я его сейчас отдельно покажу, а то прям слышу вот этот скрип мозгов. То есть я здесь, перенес таз, он упал. Если я держу руку, то он на нее, соответственно, не опирается. Его прям закручивает. Чувствуешь карусельку, Алексей? Да. Вот. Так и назовем это — каруселька. Оп. Люблю. Сопротивляшечка. Попробуем? Раз, два.